счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Радуемся приближению Нового года и создаем новогоднее настроение для вас, уважаемые телезрители. И помогает нам сегодня в этом вокальный проект Ольги Строгановой. В составе самой Ольги, опарины Анны, Филиппской, Людмилы. Девушки, доброе утро! Доброе утро! Ольга, первый вопрос, конечно же, сразу же вам. Вы являетесь лауреатом всевозможных всероссийских и международных конкурсов вокального мастерства. Вообще, со скольки лет вы занимаетесь вокалом? Ну, вообще, в музыкальную школу я пошла в 6 лет, меня взяли. А, получается, а уже непосредственно приступив к вокалу, это уже в музыкальном училище. Получается, с 15. Но вы еще являетесь преподавателем по вокалу. Да. Это означает, что вы преподаете, либо просто есть такое звание? Я действующий педагог. У меня своя студия вокальная, где есть ряд учеников, которые обучаются у меня вокальному мастерству. Скажите, как создавался ваш коллектив? Ведь я знаю, что изначально вы выступали одна. Да, выступала я сольно. Очень хотелось петь, быть звездой, выступать и радовать людей своим голосом. Ну вот, как-то, видимо, в ногу со временем, посмотрев на западных исполнителей, да, во всевозможных клипах, где они и поют, и танцуют, ты думаешь, наверное, у меня тоже должно так получиться. И вот в 2008 году я собрала уже первый свой шоу-балет. Анна, кстати, из первого состава. Расскажите, в каком жанре работает ваш коллектив? Вы исполняете свои песни или кавер-версии на известные произведения? Ну да, больше, скорее всего, кавер, потому что, ну, наверное, свои песни – это достаточно сложно, да, чтобы хотелось, чтобы их раскрутить, так скажем, да, людям все-таки больше хочется хиты, которые звучат отовсюду, и мы больше делаем, конечно, кавер. Но программы есть разные, то есть мы не зацикливаемся, допустим, там на одном жанре народной музыки или, допустим, там на жанре джаза или лаунжа. Нет, у меня есть как сольные программы свои собственные, это начиная от попсы и заканчивая всевозможными каверами в джаз, в лаунж обработки, и также у меня есть шоу-балет, различные тематики шоу. То есть это не только народные кокошники, это может быть направление вок, это может быть клубные танцы, латино, совершенно верно, диско 80-х. Ольга, вот ваш проект, вы в нем не только поете, вы и танцуете. Мне всегда было интересно, как получается вокалисту и исполнять произведение, при этом еще двигаться. Как это получается? Тяжело, не тяжело? Ну да, конечно, тут очень тяжело. Должна хорошо работать диафрагма, должно быть хорошее дыхание. Да, то есть ты должен не только сделать красивое движение, синхронное вместе с шоу-балетом, да, но ты еще должен удержать этот звук, чтобы он не уплыл от тебя. То есть он должен звучать, это называется в вокальной технике поставленный голос, то есть опертый на опору. Вот какие эмоции и чувства испытываете вы, выходя на сцену? Ведь по вам прямо не скажешь, что вы сильно переживаете. Ну, как настоящие артисты, мы, конечно, волнуемся, потому что каждый артист, выходя на сцену, он же переживает, как он выйдет, что он сделает, как все пройдет и так далее. Мы волнуемся. Ну, каждая публика, ведь не знаешь, на кто они, как они отреагируют, да, какая будет реакция. Вот что для вас является самой главной оценкой вашего творчества? Лично мое мнение, чем больше нас приглашают, да, тем больше, значит, растет качество, да. Если бы совсем негде нам было выступать, да, и не было бы какой-то публики, которая нас приглашала, значит, качество бы страдало. Судя по тому, какое восприятие вы сегодня произвели на меня, мы вас будем приглашать и еще не один раз. Поэтому предлагаю вам сделать подарок всем нашим телезрителям и исполнить что-то такое по-настоящему новогоднее. С удовольствием.
Мне однажды летом приснился Новый год. По зеленым травам Снегурочка плывет. А ко мне с букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз. И такой он мне ларец волшебный преподнес. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод. Да чего смешно лесной народ. И не верилось, что все пройдет сказочным сном.